сорт томата Брандивайн розовый. Этот сорт из США, он высокорослый, с высокорослыми побегами. Крепкие стебли у него и достигают высоту до 1,80 м. Растение формирует до 7-8 плодоносных кистей и завязывает по 5-6 помидоров на каждой кисти. Созревание дружное, среднее по срокам. Первый урожай собирают через 100-110 дней после всходов. На нижних кистях томаты крупнее, чем выше становится куст, плоды становятся немного мельче. Этот сорт устойчив к различным заболеваниям томатов и выращивают его как в теплицах, так и в открытом грунте. В разрезе томат ярко-розового цвета, очень мясистый и очень сочный. Сам по себе томат плотный, имеет сладкий вкус с небольшой кислинкой. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Сорт имеет салатное назначение, но также его можно использовать для приготовления различных заготовок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.